Вот взял волка. Поймался за переднюю лапу. Правую. Где-то дня 4-5 ходила. Вот промеж ног сепь пропускала. Ну и сепью, видать, натерла задние ноги. 2 дня гонял. Потом догнал. А, капкан. Вот он, тонар. Сепь. И вот сзади приварил крест-накрест рессоры от бурана. Вот этот трос надо было сделать чуть подлиннее. Знаешь, как всегда в жизни. Обходимся тем, что есть. Вот короткий, ну хоть двойную пропустил. Короткую сделал. Вот эта вот длина для волка оказывается недостаточно. Он-то привык таскать всякое разное там. Логов, детей кормить, сахатину. Ноги уносит вместе с костями. Она длиной чуть ли не 2 с лишним метра. И такие, через такие чепрыги протаскивает. Ну и видать, я тут тоже таскала, пока вот этим, вот этой вот частью не одела на дерево и сидела. Подошел, убил, стрелял. Вот лапа передняя, за которой она попалась. И вот как натерла ноги. Это промеж ног пропустил и таскал, видать, так далеко ушел. Ага. Все-таки догнал, убил. Так-то волк очень крупный. Не знаю, как бы сказать, можете, доминирующий самец, как говорится. Ну вот, пока вытаскивал. На голову веревку одевал, на лыжи до буранки тащил. Этой части привязал, как на лошадь, веревку. Тащил, вытащил. Вот. Сейчас попробуем показать размер волка. Хорошая добыча. Это волк, которого в тот раз обдирал. Вот соболя-соболишки. На капканы снял уже все. Нынче сезон кончился это. Напоследок. Хорошая была поездка. Ну, еще дня 3 есть до выезда. Еще надо много капканов петель просмотреть. Больше 10 даже, наверное. Сегодня, завтра, послезавтра. 3 дня еще есть. Так что еще не вечер. Еще не все. Погасли краски дня. Надо было, в принципе, и этого волка ободрать. Как того. Вот так вот. С
ложить шкуры, да вывозить легче. Но больно уж экземпляр хороший. И когда подходил, он соскочил красивый был. Здоровый, красивый. Я еще снизу подошел, а он сверху, ну, на склоне. Это на посклону снизу вообще гигантом показался. Одного-то вытащим на килограмм, не знаю, так, 50, под 60, наверное, есть, 60-то есть, наверное, по-любому, что 60-то есть, и это, ну, там еще по дороге в углу еще одного волка оставил на хранение у Богусынска, вернее, они вывезли до поселка, и в верхнюю амгу отправил еще одного. Так что на этот заезд у меня 4 волка. Но тот тоже верхний амгу отправил, который тоже здоровый. Чуть потемнее цветом. Может даже больше этого чуть-чуть. Но чуть худее. Вот этот-то упитанный. Хорошо питался всю зиму. Тот-то постаревший здоровый волк. С Анатолием Павловичем отправил. 4 волка. И больше 10 соболей. 13. И весь крупняк. 2 маленьких есть. Один даже седой. Где моя седая? Вот она. Заезд хороший, вполне успешный. Неужели научился ловить волков? Ну, 2 штуки ушли. Не, ну один в ногу отгрыз, ушел с капкана. А вторую слопали волки. Но рано попался. Перед Новым годом ставил петлю. Но далеко, далеко было от основного пути. Так и не заезжал, не проверял, а тут проскакивал. Ну, как этих, крутил, вот эту стаю 7 голов крутил, следы считал, ездил, заехал, смотрю, одна попалась, рано, давно попалась, и в нее слопали. И вот на этого вот тоже, как назло, без камеры пошел, ну, без зарядки была камера. Станция-то мороженая была. Ну, да, я там в тех избушках ночевал. У людей чужих избушках. У меня станция только здесь. Зарядить станцию. Зарядить камеру станции только здесь. Вот. Просто не заснял. Красивый бы кадр получились. Хороший, здоровый волк был. Ну еще. Я 3-4 он. Не сильно-то силы потерял. Соскочил-то, будь здоров, резко так двигается. Повизгивает, машет хвостом, смотрит желтыми глазами. Красивый был зверь. Ну, че ж поделаешь, враг. А врагов убивает. Че ж теперь? Попался волк. Волк попался за переднюю лапу. Как-то погоняться пришлось, но догнали.
здоровый, красивый зверь. Довольно крупный. Канис люпус. Это одиночка. Вот одиночка. Сейчас посмотрим, кто. Здоровый самец одиночка, да? Тоже пришлось погоняться. Это братки попался. Олег Петрович Мясник. Тоже трос, конечно, толстый, но коротковатый. И палка несерьезная. На капкан. Капкан уж хороший капкан. Очень хороший капкан. Американский импортный. Вот здесь в тот раз попался волк. Сколько? Дня 4 назад, а? Попался волк. Ну, дня 4 назад я сюда приезжал, видя, что попался волк. И вот, ну, способ установки. Вот буранка. Ага. И они в тот раз, как шли по буранке, вот снизу пришли, с той стороны. И с той стороны пришли, и вот здесь свернули. Вот сюда пошли, на речку спустились. И вот на этой тропке я поставил капкан. А капкан поставил как? Ну, здесь, на этом же месте, где стою, отцепился. Так. Он туда проехал вперед. Метров сколько? Ну, 40, наверное. Ну, 50-40. Ага. Оттуда вот съехал, вот следы мои видно за сосной. Вот так вот съехал и стал перед тропкой. Перед тропкой остановился. Перелез через капот, перекидал там капкан, лопату. Вот под след, короче, капкан поставил вот на эту тропу. Да, с той стороны ставил. И вот следы, как говорится, своей деятельности. Затоптал снегоходом и обратно вот так вот, как шел, вот так и выехал на буранку. Вон там вот выехал, ну тоже метров 40-50. Вот развернулся, обратно приехал, зацепил сани и поехал дальше. А волки как попались, вот сейчас по следам смотреть, они где-то метров 500 отсюда. Поэтому мы спустились. Да, на речку вышли. Ну, вот переход видно. Ну и оттуда, видать, здесь по речке шли. И вот на эту свою тропку выскочили. Ну, раза два или три проходили они. Босиком их пятеро было. И вот, вот как оттуда шел, ну, впереди идущий, и наступил на капкан. А вот остальные... вот ихние следы остальных. Вот они уже по другому месту пошли. А волк, который капкан попался, он там посидел сколько-то. Не очень долго, наверное. Ну так, побился-то хорошо. А потом вот по своей же тропке вот он прискакал. И вот и ушел. Вот туда вот ушел в лес. И, ну, километра 4, наверное, вот по этому следу я его тропил отсюда. Ну, там есть маленький ручеек, по ней снегоходом срезал. Здесь по следам, насколько мог, проехался. Потом лыжи. Ну, на второй день я его достал. Так вот.
Вот. Волки согнали оттуда сверху Сахатова. Ну и здесь-то уже, видать, волочились за бока или за ноги там. Или уже верхом оседлали. Оттащились. Вот они. И погнали, погнали. Вон там вот. Кружочек дали, вот так кружочек дали. И вот. Вот на этом месте и завалили. Вот. Сахатый. Самка. Возможно, беременная была. Все это произошло где-то недели две назад. Больше 10 дней. 10 дней то уж точно прошло. Так, вот Сахатый лежит. Ну, сейчас подъедем поближе, посмотрим. Ну, вот. Давленный Сахатый. И вот мы тут не 5 назад были. Не 5 назад тут капкан поставил возле туши. Вот ворон попался. Ну так-то, в принципе, если установленный капкан. Я постарался чуть подальше поставить так-то. Где-то метр так вот. Капкана было много. Поставил так-то, в принципе, вообще-то надо ставить на подходах. Вот. Вот в этом районе у меня один капкан лежит. И там, за кустами, на выходе, на стойче порыги, тоже один капкан стоит. Сейчас подъедем, посмотрим. Я видно, что волки не подходили. После меня. Но на ворона капкан сработал. Ну, в принципе, это, как говорится, индикатор. Проверял. Ну, если на ворона срабатывает, то уж точно на волка сработает, если наступит. Даже снегом присыпленный. Снег, значит, правильно. Управляемся со снегом. Вот, задранная Сахатиха в той области, где-то там. А здесь вот эта тропка, ну, подход. Вот на ней я тоже капкан поставил. Вот с этой стороны где-то метр, наверное. Ну, чуть больше метра. И следы своей деятельности затоптал бураном, замаскировал, так сказать. Отходов не было. Но там еще наверху петля стоит. Километрах 2, наверное, отсюда. И рядом капкан на тропке. Может, там они. Или придется доверху их ехать. Посмотрим сейчас. Времени. Вот тоже трубка. Здесь установил капкан. Вот здесь вот где-то. Да, там. Установил капкан. Трубка вот дальше идет. Вот так вот. Пересекает бурановский след. Стоит капкан. Вот здесь вот. Стоит. Не приходили. Где-то в кругу остались. Ага. Отсюда где-то сколько километров? Той речки, как называется. Это соседние речки.
попадают во мглу. Ну, отсюда Белыра там поднимался, тоже капкан ставил. Но по навигатору где-то больше 10 километров. Ага. По навигатору больше 10 километров. Со стороны Сулгыра поднялся и поставил капкан. Ну вот в этом кругу они и остались. Но это была стая 7 голов. Из них я 3 взял нынче. После Нового года 3 взял. Из этой стаи 3 взял. Стоит тут 4 должно остаться. Ну, они там более-менее свежие. Ну, где-то почти равные следы были. Ну, вот на той стороне. Вот в этом кругу они 10 километров по диаметру. Кругу остались внутри. Чем-то, видать, занимаются.